Сегодня в Баку проходит международная конференция, посвященная пропавшим без вести. За все время армяно-азербайджанского конфликта Международный комитет Красного Креста постоянно занимался вопросом пропавших без вести и активно участвовал в поисках. Какую работу ведет в этом направлении комитет сейчас? Спасибо за вопрос. Как вы знаете, Международный комитет Красного Креста с 1992 года по сей день ведет гуманитарную работу в регионе. Дела пропавших без вести, их поиски одни из самых сложных. Тысячи людей, родные и близкие без вести пропавших людей, находятся в безызвестности и годами не знают об участи своих родных. Комитет Красного Креста и Государственная комиссия по делам пленных и пропавших без вести граждан работают сообща. Народный комитет Красного Креста совместно с комиссией собрал большую базу данных для родственников и семей без вести пропавших. Собрав информацию в единую базу, мы передаем ее госкомиссии. Также мы ищем и собираем биообразцы родственников, числящихся пропавшими без вести, чтобы идентифицировать их ДНК. Это дает возможность определить личности погибших при эксгумации. Процесс идентификации притворяет в жизнь специальные государственные органы. Международный комитет, в свою очередь, делится своим большим международным опытом в этом вопросе, соответствующими органами, привлекая к работе, в том числе и зарубежных экспертов, для наилучшего результата. Насколько я знаю, еще до Отечественной войны Международный комитет Красного Креста собрал информацию о массовых захоронениях, которая была передана азербайджанской стороне. Продолжались ли эти работы и потом? Вся информация, которой обладает Комитет Красного Креста, связанная с массовыми захоронениями, была передана соответствующим органам. Кроме того, Международный комитет Красного Креста поддерживает соответствующие инстанции в процессе эксгумации. Насколько точна информация о массовых захоронениях в процентном соотношении? Международный комитет Красного Креста обычно берет и складывает воедино информацию из открытых источников, в том числе собранную свидетелей у родных. Поэтому не всегда информация, которую мы располагаем, бывает точной, ведь время идет и данные устаревают. Но в любом случае мы делимся всей информацией, которой обладаем, соответствующими ведомствами и оказываем техническую и экспертную поддержку при эксгумации. Эта работа соответствующими органами и ведомствами Азербайджана продолжается? Да, мы постоянно на связи с Государственной комиссией, а также с родными и близкими пропавших. Международным комитетом был создан специальный наблюдательный орган, в который входят члены семей без вести пропавших. Они проходят специальное обучение, и всем родным и близким пропавших без вести регулярно оказывают психологическую помощь.